Привет, моделисты и моделистки. Надеюсь, у вас, ребят, все ништяк. Перехожу на крупный калибр. Обычно к лету, да, просыпается эти гарден. Хотя у этого клиента, у него все внутри дома. На Крисмас делает. Но сейчас самое время работать над этим, потому что аж нолевцы чуть-чуть все затихает. В общем, это называется USA Chains. Я не работал над ними. Я, может быть, давал консультации и продавал спикеры и декодеры. Здесь стоит Phoenix, вот это Sound System. Обычно люди нормально используют ее, но вот этот клиент хочет, чтобы я ее убрал и поставил Lux Sound 5. Да. Так, значит, я нашел в коробке одну такую детальку. Откуда? Я пока не имею. Он будет связываться с производителем. Так, коробка немножко, там две коробки, даже деревянные такие крейты для тендера и для этого бойлера отдельно. Самый прикол, что они просто так свободно катаются, вот эти все brass. Видите, это упала перегородка. Она просто... Вот разъемчик, все металл, чума полная. Сейчас подкрываем лючки. Все вот это работает. Так, это тоже классная вентиляционная штука. Так, здесь управление. Я буду пробовать на DC, чтобы мне знать, как это работает. Здесь тоже что-то есть на цепке. Ну, это, наверное, с магнитиком. Интересно, чтобы туда попасть. Есть смок, есть, по-моему, есть даже вот из правых машин что-то будет происходить. Здесь тоже открывается на магнитике. Классная вещь. Эти штуки пока, как их, рефлекторы, спойлеры, я их пока так положил, не прикручивал, потому что все равно надо будет снимать вот эту интересную вещь тоже для этого каплера. Ну-ка. Он какие-то звуки издает. Ну-ка, подожди, как он открывается в эту сторону. Да, по-моему, да. Такой, а я. Вот, и выходит каплер. Ну, в общем, идея ясна. Чем надо разбираться. Обалденная вещь. Цена, ребят, по-моему, что-то. Их все продали, конечно же, сразу. Цена, наверное, где-то около 3-4 штук, что-то в этом духе. Интересно, подсветка есть здесь? Ну, наверняка есть в этих number boards. Может, и нет. Или сделано очень четко. Кстати, здесь вот marker lights тоже есть. Все это нужно будет четко проверить, провести проводочку, если новая нужна. Если мне что-то не понравится, мужик сказал, делай как тебе. Да, здесь тоже эти marker lights. Делай как ты считаешь нужным. А как вам фиолетовая подсветочка у меня сверху идет? Такая закат. Huey, конечно, классная вещь. Ну вот так. Коротенько будем разбираться. Вам, ребят, успехов и всего наилучшего. Давай.